Зрители, новый выпуск по Clash Royale, я нахожусь на твинке, все, с меня хватит, ребята. Сегодня будет первое открытие сундуков на этом аккаунте. Я не хочу больше продолжать играть с пятым гигантом, с пятым запом, не убивать миньонов стрелами, довольно. Я максимум смог подняться с этой прокачкой 3359. Я хотел сделать 3400 и после этого уже вливать гемы. Ну, чисто для себя попытаться с плохой прокачкой дойти до 3400. Надоело, честно, не хочу. Может быть и смог бы, но хрен с ним. Короче, сегодня будем открывать сундуки, я думаю, вы заметили уже гемы, но давайте, прежде чем перейдем к теме ролика, я хочу сказать пару слов. Во-первых, на моем канале 700 тысяч подписчиков. Сегодня не было никакого видео, кроме одного клипа. Я думаю, что вы уже все его заценили. Всем огромное спасибо за 700 тысяч подписчиков. Ребят, от миллиона нас отделяет каких-то 300 тысяч. Вроде кажется много, но на самом деле это уже, ребята, совсем ничего по сравнению с тем, что мы уже с вами собрали. То есть мы с вами собрали 700, как... Точнее, мы с вами собрались в единое целое, и нас целых 700 тысяч. Это дохера, ребята, это реально много. Огромное вам спасибо. Я хочу еще также отблагодарить тех людей, которые сделали для меня клип. Он получился, как по мне, крутым, угарным. Да, конечно, это не на высоком там уровне какая-то, трек какой-то там профессиональный, да, клип какой-то. Ну, все равно, тем не менее... Эти люди старались, анимировали клип, свели музыку какую-никакую, ну, получилось реально прикольно. Для меня, я у них не заказывал, не платил им деньги, не чисто, вот постарались от души. И мне очень приятно. Ребята, я оставлю 3 ссылочки на каналы их. Пожалуйста, поддержите, просто подпишитесь на все эти 3 канала. Отблагодарите, у них там реально крутой контент по Clash Royale, тоже и клипы разные, и стримы тоже не проводят. И реально каналы годные, вам обязательно стоит на них подписаться. 3 ссылки в описании. Пацаны, ну давайте докажем, что мы армия, отблагодарим их чисто подписочкой. Я не знаю, я думаю, они будут очень довольны. Мне было очень приятно, я хочу теперь сделать им приятно. Ссылки в описании, обязательно подписывайтесь. Ну а теперь, друзья, переходим к теме ролика. Еще раз вам всем спасибо за 700 тысяч, топим теперь к миллиону. Короче, еще подробно мы с вами поговорим на стриме. Просто не хочу я посвящать целый видос с этой теме. 700 еще не лям, поэтому особо акцентировать внимание мы не будем. 700 апнули, продолжаем дальше. Ну и по твинку то же самое. Смотрите, я не смог дойти до 3400, поэтому сейчас буду, прямо сейчас, смотрите, прокачиваю гиганта на 6 уровень, потому что с меня хватит. Ну и в принципе все. Все, да не все, 7 уровень, отлично. Ну и смотрите, у нас есть шарик в сундуке фортуны, предлагаю шарик на 5 на 6 уровень поднять и подкрывать сундуки с молнией. Возможно, выбьем стрелы или зап, ну блин, потому что это катастрофа, это невозможно играть. Ну что, я готов, начнем с сундуков фортуны. Поехали, друзья, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, надеюсь, вам мои ролики нравятся. Напишите вот еще в комментариях такую тему, что вам больше всего нравится на моем канале, как вы попали на мой канал, с какого видео, возможно, с какой-то рекламы, что вас зацепило на моем канале, что вам нравится, что не нравится. Вот, пишите в комментариях, и мне будет интересно почитать и, возможно, какие-то будут выводы делать. Вот, и... Пожелайте мне удачи, идем к миллиону, пацаны. Это реально круто, и я очень доволен, честно. Итак, шарик. Какая полоска с пушкой? Ты же шутишь? Надеюсь, мне будет не пека падать, а шарик. Так, поехали дальше. Так, Тесла. Дальше, исцеление. Карты ужасные, но я уже не могу терпеть, реально. Так, отлично, еще 2 раза нужно выбить шарик. О, тихо-тихо-тихо, чуть не потратили гемы. Так, поехали. Орда миньонов. Кстати, орда миньонов... А, не, у меня в деке нет орды миньонов. Пожалуйста, только не пека. Так, 3 карты еще. Ну, окей. Давайте открываем еще раз сундук фортуны. К сожалению, скорее всего, леги не будет. Итак, давай, шарик. Ну, yes. Шарик, отлично. Так, ну что ж, шарик на 5 уровень доступен. Теперь давайте сундуки с молнией подкрываем. Хочу... О, летучие мышки. Валькирия и Рейдж. Ну, давайте... Оп, на ведьма. А что у нас? Я не помню, какие у меня рарки в деке есть. Я даже не знаю, какие мне рарки нужны. Сейчас посмотрю. Да, по-моему, у меня рарок и нету. Да, у меня рарок нету в колоде. Очень странно. Надо подумать, может, какую-то другую деку нужно сделать. Не, ну, естественно, там еще 2 карты не с моей колоды. Но они тоже не рарки. Банда гоблинов и... Это там... Разбойники, это комонки. Ну, о, шарик еще один. Так, стрелы выпали, отлично. Что, мы стрелы можем поднять? Нет, еще не можем. Давайте еще пару сундучков. О, опять стрелы, блин, вот это мне везет прям.
Так, крутим еще раз карты, возможно, шарик мы даже до 6 уровня поднимем. Рарки, блин, я не знаю, мне никакие рарки не нужны, ну пускай будет Валька. Давайте еще раз стрелы, и я их прокачаю, блин, наконец-то буду убивать, ах, копейщики. Предлагаю крутить до стрел. О, зап, ой, это моя прелесть просто. Так, еще раз. Так, голем, блин, голем тоже доступен мне там на хороший уровень, но... К сожалению, я буду играть с гигантом. Почему даже к сожалению? К счастью, я уже с големом наигрался. Так. Не-не, комонки крутим. Нам надо зап, стрелы. Миньоны нет. Фу-фу-фу, это точно. О, банда гоблинов, отлично. Еще пару раз. Фриз нам не нужен. Так, гоблины обычные. Летучие мыши пригодятся. Давайте покрутим эпики. Ведьма. Еще одна карта, и ведьма будет на 5 уровень. Это тоже круто, надо, потому что гигант... А, стоп, у меня рарки, гигант, че я туплю? Забыл, что у меня гигант с рарок. Капец. Самая главная карта, говорю, так, у меня редких карт в колоде нету, да? И вспоминаю сейчас, что у меня гигант редко. О, торнадо. Слушайте, торнадо... Блин, разбойников прокрутил, какой же я даун. Разбойники мне нужны. Ну ладно, разбойников еще нафармим. Летучие мыши. Клон спелл, может гигант выпадет. Хотя 19 штук нам ничего не решит. Поэтому давайте сейчас, может, ведьму дофармим. Так. Вышибала. Окей. Нас не устраивает вышибала. Крутим еще. Так, охотник. Пойзен. Ведьма. А стоп, ведьма уже была доступна. Что я делаю? Я не слежу за картами, которые мне падают. Так, смотрите, давайте сразу прокачаем карты, которые нам доступны. Мы прокачиваем летучих мышей, мы прокачиваем ведьму, мы прокачиваем стрелы, мы прокачиваем зап. Ой, боже, как это круто. И шарик мы прокачиваем. О, вот это уже я понимаю. Вот это сейчас я буду выносить. Так, еще не все. Надо еще хотя бы на один уровень что-то поднять. Это интересно открывать сундуки. Тем более, когда у тебя слабая прокачка, так. А гигант, вы видите, гигант вообще не падает, прям не прет. А что я хочу? Что я еще открываю сундуки? Что я, мне не хватает? Мне комонки надо, зап хотя бы на 7 уровень поднять, потому что, ну, тяжело с этим запом играть. Так, так. Разбойники, оставим разбойников. Оба, гигант. Ну, гигантов еще до хрена на 7 уровень. Ну что, давайте еще 2 сундучка откроем, и все, и оставим остальное на потом. Так, давайте крутим комонки. Нам надо банда гоблинов, либо разбойники. Либо стрелы, либо зап. О, разбойники. Так, гик. Нет. И последний сундук. Где? А вот. Последний сундучок. Так. Мне многие писали, Холдик, да задонать ты уже, да. Да открой ты эти сундуки, ну чё ты мучаешь? Зачем ты вот это выпендриваешься с этим 5-м гигантом? Да насрать, давай донать и поехали апать дальше кубки. Ребят, убедили. Серьезно, убедили. Блин, ну, чуть-чуть осталось этих летучих... Хотя ладно, пох. Ну что, поехали сыграем. Это тоже не топовая прокачка, потому что, смотрите, у меня восьмые стрелы, а против меня играют восьмые рарки. Не комонки, а рарки. А у меня восьмые комонки. Так, ну теперь хоть стрелы будут убивать 100% десятых миньонов. Не знаю, как одиннадцатых, наверное, вряд ли. Но десятых, по-моему, я должен теперь убивать. Ну, поехали, посмотрим, что изменилось. Ну, пятая ведьма и пятый шарик, я думаю, сейчас дадут о себе знать. Итак, поехали. Сейчас одну каточку сделаем, и все будет ясно теперь. Оу, 11-е комонки против меня. Так, ну, походу, минуснет он башню. Так как... Хотя, может, и не минуснет. Не, последнюю тычку, блин... А, нет. Хорошо, отлично. Дровосек. Интересные стрелы. Так, армия скелетов? Дай угадай, армия скелетов? Нет, серьезно? Хм. А вот она, армия скелетов, но немножечко поздно. Не немножко, а рили поздно. Ну все, это минус башня. Не знаю, это, я думаю, не из-за прокачки я так затащил. Просто противник немножко тупой. Так, ну, а вот шарик сейчас мы проверим, насколько он тащит. Так, что у него было вначале? Рыцарь и шар, да? Но мне все равно нечем дефать, поэтому поехали. Гигант 6 уровня и 5 шарик. Так, готовим зап. Давай, миньона, у меня стрелы теперь 8 уровня, я теперь могу выносить. Так, слушайте, а что лучше, спарки сейчас выбросить или ведьму? Не, думаю, сначала ведьму. О, минус башня, отлично просто. Но я думаю, что мне тоже сейчас минуснут башню. Это трудно сейчас будет задефать. Да, шарик 100 пудов добьет.
Ну, слушайте, расслабляться вообще нету смысла, так как мою башню слева в любой момент смогут добить. Но у меня преимущество, так как две вышки я снес. Поэтому сейчас один заход удачный с шариком и минус главный тауэр. Так, забрасываем дровосек, забрасываем летучая мышь, забрасываем гигант, стрелы немножечко кривые. Тут зап. Эй, хорош. Ну и осталось 700 хп. Гигант, надеюсь, под рейджем добьет. Ха, изи. Все, пацаны, это точно теперь 3400. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите следующий видосик, где я апаю 3400. Ребят, я держался, я до последнего не донатил, но, честно, уже предел моим нервам. Ну, то есть этот предел настал. Трудно играть с пятым запом, с пятым гигантом. Я думаю, мне верите, да? Потому что я играю с пятым гигантом против пятой пеки. Нормально так, да? У него пятая эпика, у меня пятая рарки. Я думаю, что... Спасибо, кто меня пожалел и разрешил мне задонатить. Я просто чисто хотел для себя попробовать вот с такой херовой прокачкой дойти. Хотя у меня сейчас тоже даже не турнирная, ну, за исключением эпиков. Так получилось. Остальное у меня, ну, плюс-минус. Но я думаю, вот за счет эпиков я вывезу и сделаю 3400. Короче, следующий видос на 3400. Ребята, подписывайтесь, еще много чего будет интересно на канале. Много разных проектов, рубрик и много чего еще. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо вам всем огромное. Встретимся на стриме. До новых встреч. Пока.